Всех ура! Еще раз, кто подъехал, с праздником. Спасибо. Давайте сейчас расскажу вкратце, как мы проведем данный розыгрыш. Данный розыгрыш мы производим с помощью специально оборудованного стола, столотрона. Сейчас загрузим сюда все путевки. Первую путевку вытаскиваю я, называю фамилию. Если человек здесь присутствует, он подходит, получает свой приз и тянет уже сам второго человека, кто выиграет следующий приз. Выбирает приз. Как бы да, все по очереди мы разыгрываем. Коптильню мы разыгрываем самую крайнюю. То есть сначала разогрев, потом основной приз. Итак, друзья, путевочки у нас все здесь. Условие розыгрыша было таково, что сегодня этот человек, который здесь вот есть в этих списках, должен обязательно участвовать. Быть на водоеме, присутствовать. Не обязательно как быть на рыбалке, но присутствовать должен, чтобы призы переходили лично в руки. А это для на храм? Это да, на храм это. Будешь собирать отдельно, когда сейчас выиграешь. Она твоя. Итак, ну что, друзья, приступаем. Давай. Не будем томить. О, там, по-моему, не пройдет. Вот они все путевочки. Смотри-ка, пустовушка. Загружаем. Сюда вот наш патрон. Перемешиваем. Самый последний, закрываем. Начинаем розыгрыш с чего? Блёсен. Блёсен, ну давай начнем с блёсен. Первая блесна. Вытаскиваю я. Не смотрим, главное, не подглядываем. 7-ко. Есть такой? 7-ко, номер 11. Он есть, у меня его путёвка есть. Путёвочку показываем, ладно. Представитель. Если путевочка есть на руках. Есть. Ну я не знаю. Семенко. Ты сказал присутствовать, честно. Отставить. Не, ну а представители есть? Есть. Есть. Давай тогда это, когда главный приз будет, чтобы был тот, кто есть. Да, давай главный приз. А я бы Петровичу, Гавриловичу взял. Это так можно путевку. Вот такую стопочку. Одни из первых как раз 16 числа, а 18 розыгрыша. Семенко есть, друзья. Блесна, передадите. Передадим. А куда пошли? Вытаскивайте, куда пошли? Да. Ходите поближе. Решайте. Выбирайте. А приз сначала какой? А, нет, приз какой будет сейчас? Любой, один, одну позицию любую. А где они? Да все, вот все, что на столе есть, как бы, все выбираем, любое. Щипчики. Давайте. Щипчики для рыбалки. Будем. Так. Кто здесь у нас? Кочетков. Есть такой? Номер один. Сердце. Абсолютно победитель. Сегодня на рыбалке его не было. Он приехал специально на розыгрыш. Поздравляю. Выбирайте приз и тяните путевочку. Приз ножницы. Ножницы. А он следующий. Следующий. Хочи, хочи, пожрать, пожрать, рыбалку. Да, может кто-то пробовал. Друзья, это индивидуальный рацион питания. На сутки. Да, так как многие знают, там от рыболовного клуба, это «Зеленый берег» отправлялась гуманитарная помощь бойцам на СВО. И они нам в качестве благодарности как бы прислали такие вот небольшие сувенирчики от себя. Так, тяните. Подходите поближе, не стесняйтесь. Вот. Так, кто здесь у нас? Бачков! Номер 33. Есть такое. Вон. Поздравляю. У тебя еще, по-моему, путевочек там есть, да, если что? Все, так, выбирай приз. Приз. Сначала. Так, друзья, электрическая рыбочистка. Аккумуляторная. А у меня обычно ездит. Тюгай! Опа, тюгай! Не то тер! А у меня еще одна есть. Да, у тебя тоже есть еще одна. Он и здесь просто косит. Не так, как так. А мне это... Какая там, 27? 38. Раз, работает. Задняя камера. Камера заднего вида, нет? У тебя их две, по-моему. Да, да. Прошлые выходные есть. Ага, вот там. Тюгай. Самый. Так, все, стой, приз выбирай. Следующий. А, ёпарасоте. А если я... Давай тушенку. Тушенка, это не тушенка. Это пустая банка. Это копилочка. А, это копилочка. Это копилочка. Давайте сухпай. Опять сухпай.
Кто проголодался сегодня, наверное. Где профи-то? Ну, вообще на коптильню рассчитываю. Подошел. Так, смотрим. Нету. Так, Голубева есть. 20-я путевочка. Голубева были на водоеме. Голубева! Я здесь, я здесь. Что ты кричишь-то так? Не вижу. Так, Юля, это ваш. Сашку накормишь вечером, готовить не будешь? Сегодня уже, да, сил не будет. А? Сил не будет. Серег, ну ты опять без еды остался. А не, мне коптильни надо. А ты сразу коптишь, что сейчас будешь начинать? Я рассчитываю так. И мы здесь сзади на коптильни стоим. 20-й. Разберемся. Главное, чтобы влезла машина. Так, выбирай приз. Иди домой. Багорик. Разыгрываем Багорик. Люк, давай. Так. Ты две. Две? Две. Кто тут пасть, кто собрал-то? Чё съели, ёпт? Курносов есть на водоеме? Кто? Курносов. 24-й номер. Это нас пасть. Прошлая рыбалочка. Да. Ещё три блесны. Погорек. Выбирайте приз, подождите. Выбирайте следующий. Можно как-нибудь перемешать этот лохотрон? Давайте я сейчас перемешаю. Кручу-верчу, запутать там хочу. Там все нормально. Все нормально, да? Что по-честному было, у нас все перемешано. Кто сегодняшний? Так, это этот. Как его? Фамилия сложная. Ленар! Ленар! Ты выиграл даже блесно. Ленар, сегодня твой день. Абсолютно. Путевочка номер 60 сегодня. А у Да и оставь себе. Так, выбирай следующий. Еще одну блесну разыгрываем. Какую? Давай вот эту. Давай вот эту. Цени. Давай вытаскивай меня. Тоже сегодняшний кто-то. Шавулин. Есть такой? 44-й. Он, наверное, убежал рыбу там. Рыбу утаскивал. Он здесь. Братан, ваш плесен, да? Давай, экстракт. Так, блесна, стойте, выбирайте. У нас осталось три приза. Раз, два, три, четыре приза. Вот. Ну, из трех побираем сначала. Давайте, все, копилку. Там пятихатка, это по пятитысячные только. Я там пятихатку только кинул. А, ты только пятихатку? Так что смотри, бля. Так, Сокол. 47-й номер. 47-й. Это честно. Я думал, это на чаевые осталось. Не-не-не-не-не. Это Сашке придет домой, скажет жене. Жена, ложи. На следующий. Да. На следующую рыбалку отложить. Стой, выбирай приз. Смотри, красава. Блесну. Блесну, тяни. Вытяни-то наш хоть, а. Какой номер? 58. Сейчас раз 58. Одну, да. Нет. Вижу не 58. Ой, это у нас товарищ Киров П. Есть такой? А что он выиграл-то? Блеснул. Блеснул. Все, домой. Ну, почти, Паш, ты был близок. Близок к победе. Он, да, сегодня. Давай следующего. Так, разыгрываем экстрактор. На. Все, ты долго шарудить не стал. Что? Это сейчас будет этот, мой друг. А это 51-я путевочка. Замчурин или как? Сам не понял, что написал. Да, во. С Настенкой приехали они. Замчурин и два допа. Это идут два допа у нас. Настен, поздравляю, смотрите. Сейчас девушка давай решит судьбу коптильни, ну, кому она достанется. Так, Серега, мешай лучше. Серег, у него путевка на руках, и чтоб было кто-то у кого-то. Все, да, согласен. Настя, я тебе блесну подарил. Возможно, нет. Разворачивай. Гришаев есть, 14-й номер. 14-й. И нету. Опа, все, Гришаев упустил свое счастье. Гришаев нету. Не, сегодня не помню фамилию Гришаева здесь. Смотрим. Сегодняшняя путевка, друзья. А это я. Рахимов. Блин, есть. Поздравляем. Вы получаете главный приз. Да, спасибо. Я не знаю, как вы его повезете. Вы на чем приехали? На
на Кие влезет, наверное. Затолкаем на крышу, скотчем привяжем. Вот, как вы подъедете потом сюда, загрузим вам. Меня не вытащило. И все. Так, счастливо? Что меня не вытащило? Всех с праздником! Сейчас, теперь будете коптить на даче. Подробную инструкцию я вам все расскажу, как пользоваться, как что это. Где же мой номер?